Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем археологическом сайте в Перу, который называется Qenko. Я уже сделал несколько видео об этом месте. И только благодаря тому, что появились новые, ранее не публикованные фотографии, я решил сделать еще одно видео. Все фотографии предоставлены от пользователя на Facebook. Я напишу имя ее личные координаты, ну, страницы на Facebook, и публикую только с ее личного разрешения. Только благодаря ее помощи сделано это видео. Почему именно Qenko? Если бы меня спросили вопрос, где, по вашему мнению, на Земле есть хоть какие-то запредельные, самые интересные вот такие места, я бы сказала, что в первую очередь это, конечно, в Qenko. Такое впечатление, что как будто кто-то либо расплавил породу, либо использовал раствор, либо размягчил породу и вынимал там вот такие специфические блоки для полигональной кладки, как будто из сырой глины. И только там есть такие моменты, как будто либо оплавлен камень, либо был использован раствор, либо как будто это вот глиняный раствор. Ну, такое впечатление, что как будто. Потом это все застыло, закаменело, и образовалось такое археологическое место, как Qenko. Фотографии как минимум уникальны, это не побоюсь этого слова. Там же будут тоже в этом видео элементы полигональной кладки. И также будет немножко фото от Евгения Берзина. Я уже тоже публиковал его эти фото. И покажу тоже, ну, укажу тоже ссылку на его канал. И тоже будут показаны фото этого уникального древнего археологического места Qenko в Перу. Кто построил, неизвестно, когда построил, неизвестно. Как по мне, это остатки очень древней каменоломни с неизвестными для нас процессами. И также будет еще показано еще дополнительно фото, тоже многие из них ранее не публикованные, о древнем Перу. Все остальное вы увидите дальше в видео. Как говорится, меньше слов, больше дела. Больше, как говорится, лучше один раз увидеть, чем миллиард раз услышать. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.